Всем привет! Вы на канале Максима Тимохина, и сегодня ко мне попал аппарат Honor 9 Lite, моделька LLD-L31. С проблемой заблокирован аккаунт Google. Сегодня я покажу, как можно обойти аккаунт на данном устройстве. Случайно нажал кнопочку. Сейчас я вам покажу, что на данном устройстве установлено Imation UI 8.0.0. Включаем аппарат. Взорвались дети, как нет. Взрываются от колы, я от больших спасти. Кто много пьет колы, взрывается от газа. От газировки. Итак, телефон у нас загрузился. Заходим в экстренный вызов. Набираем команду звездочка, решетка, 135, 79, 46, решетка. Бывает, срабатывает не с первого раза, поэтому набираем еще раз. Так. 5, 7, 9, 6. Вот. И видим, что версия интерфейса Imation UI 8.0.0. Сейчас я вам покажу, как можно обойти аккаунт, Google аккаунт на данном устройстве. Нажимаем далее. Принимаем, соглашаемся. То есть через TalkBack мы не можем попасть в YouTube, так как TalkBack обновленной версии 7.2.0, на котором нету пункта Help and Feedback, то есть отзывы и справку и отзыв. Вот. Поэтому проходим дальше, первоначальные настройки, до подключения к Wi-Fi сетям. Ну, нам понадобится вот подключение к KFC Wi-Fi сети. Соответственно, нажимаем «Подключиться». И у нас требуется авторизация. Нажимаем «Далее». Не удалось войти в аккаунт. Так, еще раз нажимаем. Сейчас снимем. Я не знаю, это давай.
Раздай Wi-Fi, пожалуйста. Пробуем переподключиться к другой сети. Нажимаем далее. Я сейчас настроил пин-код, но думаю, что это ничего не даст. И пропустить блокировку Google, да, нам не удастся с помощью этого пароля, поэтому снова подключаемся к KFC сети. Вот, если вдруг вы уже пробовали подключаться к Wi-Fi сети, и, в общем, удалите Wi-Fi сеть, то есть зажмите, нужно зажать на сети KFC, удалить эту сеть и повторно к ней подключиться. То есть тогда он как бы затребует авторизацию. Удалить эту сеть и подключаемся по новой. То есть вот нас сразу выкидывает на сайт подключения с помощью звонка. Нажимаем вызов, попадаем в звонилку. Соответственно, здесь мы можем создать контакт. То есть, допустим, там набираем какой-нибудь номер. То есть я уже номер сохранил, то есть была возможность, до этого я это сделал. Также вот, соответственно, я добавил просто в избранное и уже сохранил номер. То есть если сейчас мы удалим его, так, почему-то у нас пошел вызов. Так, выбираем удалить. Соответственно, опять нажимаем вызов. Ну и почему-то у нас снова нажимаем удалить из избранного. Удалить контакт. Так, вот, нажимаем, соответственно, вызов. На значок, создать контакт, имя, ну, пишем любое. Далее добавить поле, веб-сайт. И здесь пишем www.youtube.com. Сохраняем, нажимаем галочку и нажимаем на ссылку YouTube. И попадаем в браузер, точнее в программу YouTube. Далее у нас через Wi-Fi сеть не удается подключиться, не удается загрузить страницу, ну, видеоролики, поэтому раздаем с другого мобильного телефона Wi-Fi сеть. И так как нету доступа, сейчас нажимаем просто переключить на доступную Wi-Fi сеть и повторяем загрузку YouTube. Соответственно, ролики у нас все прогружаются. Нажимаем три точки под любым роликом и нажимаем поделиться. Далее заходим в Gmail. То есть, опять же, через заметки у нас тоже не получится ничего сделать, так как мы не сможем отправить заметку. Вот. Соответственно, здесь я уже вошел, то есть в свой аккаунт. Вам надо будет просто войти и выбрать Яндекс вместо Гугла, выбрать, в принципе, любой другой почтовый ящик. Ну, можно использовать Яндекс, соответственно, от которого у вас есть логин и пароль. То есть входим в свой аккаунт и далее попадаем в Gmail, то есть почтовый ящик. Здесь либо можно нажать настройки, три точки управления аккаунтами, и выбираем аккаунты только сейчас. Попадаем в настройки телефона. И далее нам остается зайти в систему.
сброс всех настроек. Синяя. Ну, если вы вводили пин-код, то вводим пин-код. По идее, его тут не должно быть. Это просто я решил проверить. И опять же нажимаем сброс всех настроек. И телефон у нас перешел в режим сброса настроек для заводских. То есть аккаунт из меню телефона полностью удалится. Google аккаунт, привязка к прежнему аккаунту будет удалена. Так, сброс настроек, я так понимаю, уже произошел. На всякий случай сделаем еще раз. Может, все-таки соберешься? Ну, я, в принципе, занят. Просто передать тебе. Интересно, я так понимаю, сброс выполнен. Где тебе отдыхать? Можно накачать. Восстановление заводских, сброс настройки телефона. В принципе, сброс всех настроек мы сделали. Сейчас попробуем просто тогда перезагрузить телефон. Сейчас, кстати, зайдем в систему о телефоне. Honor 9 Lite, LLD L31, номер сборки 800-143, регион C10, Россия. Версия MHD 8.00, Android 8.00. И патч безопасности от 5 апреля 2019 года. Далее перезагружаем устройство, попробуем пройти все первоначальные настройки заново. Пока телефон загружается, поставлю на паузу. Телефон у нас загрузился, соответственно, полностью отвязался от Google аккаунта. Как будто вы только что приобрели телефон в магазине. Соответственно, на этом все. Кому видео было полезным, ставим лайк, подписываемся на мой канал. И впереди нас ждет много интересного. Всем пока!